надеюсь, что многие поняли, что учиться вы будете у нее. А скажу даже чуть больше. В этом зале в вечернее время, вот Александра 5 лет уже занимается в вокальной студии здесь вечерами, вместе со студентами. Хороший повод неформального общения с преподавателями. И преподаватели очень много ходят сюда по вечерам заниматься творчеством. Отсюда, с этого зала, когда-то и начинали некоторые рок-группы. Войдите в интернет и посмотрите, какие рок-группы начинались своим мехом. Так, на досуге, чтобы вы понимали, куда вы пошли учиться. А то мы все про космонавтов, про выдающихся политических деятелей, видных руководителей военных предприятий, главных генеральных конструкторов. Вы с ними можете познакомиться в галерее второго этажа. Когда пойдете, посмотрите, вы читайте, кто закончил военмех, и будете на них равняться. Ну и потом, когда приведете своих внуков, скажете, вот мой портрет, я выпускник военмеха. Но этого надо заслужить. Поэтому вечерами здесь происходит своя жизнь. Здесь встречаются ребята в танцевальной студии, в вокальной студии. Кстати говоря, вокальную студию преподает солист Мариинки. Будет повод походить и в театр. Почему бы и нет, надо совмещать приятное с полезным. Вечерами здесь собирается активная молодежь, и мне сейчас, думается, будет правильно, если мы пригласим сюда Веронику. Сейчас, наверное, будет аплодисментов больше, когда вы его увидите.